Руководить Ливией из Триполи отныне решили повстанцы, однако скептики называют этот план наполеоновским. Город пал, но сторонники прежнего режима сдаваться не собираются. Горожане из дома не выходят, магазины закрыты, каждая улица фактически на линии огня. Переходный национальный совет заявил, что покинул Бенгази, однако его лидеры переедут только тогда, когда в городе будет установлен порядок. Пока же в Триполи, похоже, царит хаос. Сообщается, что некоторые повстанцы занимаются грабежами и мародерством. В четверг антиправительственные силы обнаружили возле отеля «Риксос» тайник с боеприпасами. Коробки были зарыты буквально на входе в гостиницу. Повстанцы назвали это «золотым шансом», который позволит им дать отпор врагу. А уже несколько минут спустя они спасались бегством. Сторонники Муаммара Каддафи открыли огонь с оружием. Как видимо, они прощаться не собираются. Move, 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 move